редиска в тесте хороший, кстати, да, наверное. Рецепт. Лети, дружок, не хочешь? Я бы тебе посоветовал просто лететь. У меня погода нелетная. Пнул ему еще по голове. Блин, жалко, нельзя оторвать голову и сыграть ей в футбол. О, я совсем забыл про это. Сукин ты сын! Дубль 2. Ладно, я не буду тогда просто бегать, я просто прыгать буду. Я... Мамой злющей клянусь, я нажал пробел! Ничего не случилось. Ничего не произошло. Окей. А, идите в жопу, ребятки. Я снова нажал пробел. Я не знаю, что происходит. Я нажимаю пробел! Игра! Алло, гараж! Я три раза нажал пробел, и только на третий раз он... До свидания, друзья. Вау. О, сейчас на этот раз на первый раз работал. Ну это был просто капец. Я тебя прикончу! Сколько я денег потерял? Господи. А что там? Клево. Гранату кто-то ставил на тюремной стене. Это, конечно, очень умно со стороны блюстителей порядка. Нашим гостям неприятный сюрприз. Установите баллон с цепляющим газом на лифте, на котором они поедут. Угу. Мы здесь и это, и... Нас здесь и завалили. По-моему, по-моему, пришел как раз Харон и нас якобы освободил. Козел. А нужно удерживать, окей. Я не знаю, как она будет работать. Нормально, полковник. Возвращайтесь в комнату управления. А сейчас они сделали этот фильтр, ну или эффект радио. Разве так сложно было сделать? Окей. Сюда, скорее! Смотрите. Вы внутри? Я только что видел Виспу! Виспу, привет! Ты здесь появился, засранец! Ты никуда не пойдешь, Харон. Отойди от компьютера! Лицом к стене! Уайт, что вы делаете? Спасаю Эмили, и мне больше не нужны сюрпризы. А если лекарство не сработает, я вернусь и убью тебя. Сейчас оно ей не поможет. Это вакцина, она работает только на первой стадии. У нее первая стадия! Боюсь, что уже нет, полковник. Что? Ты просрал момент, чувак! Ну как бы надо было, наверное, дослушать. Чё он хотел сказать? Как он выберется, интересно, отсюда? А, понятно. Надо было убить меня, пока была возможность. Да. Уайту не повезло. Это ловушка. Чё дальше?
Эвакуируйтесь из тюрьмы. Ну там как бы... О, господи. Так, где он? Виспа, я тебе передал привет. Это я. Это Рейджер. Енотик. Енотик и сейчас пытается мне показать, что у него под юбкой. Это что такое? А теперь... Валим, 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 парни, улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. Я же их мог убить. Я их хотел убить. Почему мне не дали их убить? Мол, это тогда будет противоречие концовки. О, я на этот раз помню слово. Молодец я какой. Эмили, я уже рядом. Я сказал, Эмили, я рядом, а нет, бродяга рядом. Нет, ребятки? А, блин, где мои гранаты? Комбо! Рейдж! Отдайте мою женщину! Я всех уработал! Капец. Там же еще взрывающийся идет. Как громилу не вынес, убийца этот. Ах ты тварь. Так хочется со мной обняться и поцеловаться. Не, ну, дробовик дали, это все, это беспроигрышный вариант. Хочешь выжить, держи дробовик и стреляй, во всех стреляй. Отлично. У меня последние 8 патронов. Не лезь ко мне, когда я перезаряжаюсь, кретин. Отвлекаешь меня тут от важных дел. Понимаешь ли? Нахрена я это делал? У меня птичек просто вагон. А как обычно? Я так до Эмили реально не добегу ведь. Я бы уже за это время успел посмотреть серию Южного парка какую-нибудь. Она там расслабляется, думает, смотрит на часы, думает, о, бляха-муха. Охренеть, меня бьют со всех сторон просто. Еще и таран взялся откуда-то. А мне патронов нет для него. Вообще нет патронов. Твою мать. Блин, дверь не закрывается, мать ее! А, у меня есть этот рейдж, так что все окей. Да тварь! Покажи свою личико! Охереть! Да вы посмотрите, что это просто нонсенс какой-то! Беги! Беги! Беги, твою мать! Аптечка. Фу. Фу. Отстань. Я ему, смотрите, вообще нет. Вообще урона не нанес. Да что за тупость-то такая? Сдох, нет? Слава тебе, Господи. Козел.
На тебе под сороку, на! Хава, нагила! И что-то там еще насрать. Мне в другую сторону надо было, блин. Сраные ублюдки, а ну прочь с дороги! Охренеть! Почему не могу топнуть ему по лицу? А, вот наконец появилась возможность. О, фак. Фак. Да что такое, а? Принимай быстрее. Я тыкаю, чтобы принял он аптечку. Вот, успел. След говёный просто. Почему меня сейчас к ним-то? Я вообще в дверь забегал. Фу. Да сколько можно-то, а? Капец. Мне нужен верстак. С ручником. А, он выше. Окей. Может, пистолет ни хрена не стреляет. Так, у меня же есть револьвер. Магнум. Давай, приди ко мне на помощь. Хоть ты стреляешь точно. Охереть. О, господи! А сколько вас можно-то ждать? О! Нет. Кто еще остался? О, господи! Охренеть. Еще аптечку. Офигеть, хедшот не прицеливаясь. Да сзади, да ты-то откуда взялся? Я же всех добил там. Фига себе у него рожа как раз... Смотрите, рот у него какой. Капец. Уйди! Да лежи уже! У меня здесь скоро патроны кончатся. Сколько там бежать до нее, а? Супер 25! Прогревайте двигатель! Зачистите крышу и приготовьте... Жопу, я бегу! Нахер. Эй, я застрял в них. Я иду. Беги, к тебе, твою мать! Я иду к тебе, Эмили. Нет, ну нахер. У меня еще без патронов. Вы посмотрите на этот нонсенс просто. Это. Я снова труп? Потому что я нажимаю Shift, и он не может бежать, когда себя колет. О, господи. Я иду к тебе, Эмили. У меня патронов нет, меня возродили далеко. О, отлично. А, нет, меня возродили нормально, далеко. Не должны добраться до нее. Не должны. О, господи, спасибо.
Фу, я думал, меня далеко возродили, а оказывается, в нормальном месте меня возродили. Эмили, Эмили, у меня вакцина. Скоро... Ну, хотя бы губы она, что ли, открывала бы. Эмили. А что, если они смогут сделать антидот? Мы не сдадимся. Ну только 4 чертовых засранца вас это немножко покромсает. Держись, Сэм. Пойдем на крышу. Он сейчас ей будет толкать, что ли, расталкивать всех зомби. Это финал? Че, серьезно? Все, никаких роликов. Не покажут, как мы выйдем и пафосно будем его убивать. We gotta move. Come on. There's a chopper on the roof. It's waiting for White. Kevin told us the plan. You're gonna kill everyone. He's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation. Maybe I should start with you. My name is Ryder White. I'm a colonel with the BIDF. I saw him and took my wife. You need to get out of there and I can help you. Классно они придумали. Ну, в смысле, DLC. Точно, это же не антидот был, а супервирус. Вот и все. Это они хорошо сделали, так переход ко второй части, которую, надеюсь, они не будут разрабатывать. Вот, там кто-то говорил, когда мы проходили игру, что этот Харон какой-то говнюк. Правильно думал. Точнее, не Харон, а Кевин. Потому что мы его не знали, как Харона. Все, да? Ну, опять эта музыка убогая. Я не буду второй раз ее слушать, спасибо. Ну что я думаю? Вторая половина хорошая, первая половина плохая. Тут говорить даже нечего. Если ради покупать, то ради второй половины. В смысле, не ради вашей второй половины, а ради второй половины DLC. И в целом, не знаю. И они обещали несколько новых оружий. Но я одно нашел, винтовку. Обещали несколько новых чертежей, я нашел один. В самом начале, больше нету. Не нашел. Половина, первая половина игры это просто скитание по тем же самым локациям, что и были раньше. Вторая половина, ну, еще кое-какая постановка. Какая-то постановка есть, и, в принципе, интересно играть. И хорошо они сюжет так подвели. Объяснили, почему Райдер Уайт такой говнюк был, как он был, не был никаких говнюков, его обманули, и что-то он затупил, видимо, в конце не стал нам ничего рассказывать. В общем, на этом все. Сколько длилось? Ну, часа 3-4, наверное. Я не советую никому покупать этот DLC абсолютно. То есть, если... Ну, если вы, конечно, не ярый фанат Dead Island, если вы его там прошли 2-3 раза, то, я думаю, вам не помешает купить этот DLC. Если нет, то нет, не надо. Абсолютно. Посмотрите, вот, если вы включили только это видео, то я просто вам советую посмотреть это прохождение. Ну, даже, возможно, не сначала, а где-то с середины. Потому что в начале, в принципе, представляет из себя... Начало, вот первая половина, представляет из себя, в принципе, все то же самое, что и было в оригинальной кампании. Только приходится проходить вот в одиночку. Ну, с парой элементов там кое-где поставили пулеметы, из которых можно пострелять, как из станкового... Тир обычный. Как обычный такой вот... коридорный шутер получился в этот DLC, это не что-то там с открытым миром, то есть тут нет открытого мира никакого, тут коридор, по которому ты идешь и узнаешь историю Райдера Уайта, который казалось, в принципе, достаточно неплохой, и как бы здесь событий получилось намного больше, чем в оригинале. Если вы не смотрели, не в курсе, то мое прохождение, про наше, точнее, прохождение, потому что мы проходили вчетвером. В общем, если не в курсе про прохождение оригинальной кампании этой игры,
то вы можете его посмотреть на моем канале, канал BioAlien, BioAlienR, который мы прошли от начала до конца вчетвером. Местами получилось достаточно смешно и интересно. А я с вами прощаюсь. С вами был Эйлин, и увидимся в следующих видео и прохождениях, которые обязательно появятся.